think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, я ору просто с этой хрени. Что за фигня? Вот я захожу на сервак, и я должен вечно жмакать вот эту вот рекламу. Ну, IGG, я понимаю, что у вас нехватка денег и все такое в этом красавчике. Ну, блин, запарили. Добавили рекламу туда уже бесплатки. Нахрена ее при входе всувать? А ну... Что на АЭСе, странно, что на АЭСе, я не тоже высветила сегодня. Что на этом? Что здесь на английском сервере? Ну просто нереальное что-то творится. Такс. Что у нас сегодня, ребятушки? Попробуем зафармить недостающие скины. Какие хотя бы есть. У нас сегодня собери себе пак. Build a pack. Вот такое тут, честно скажу, это все хрень. Но есть вот такая вот темка. Ну, пока в единственном, на других серваках поболее это будет. Сейчас попробуем, посмотрим, какие шансы. Что нам это даст. Ну так, симпатичненько. Я давно ждал, давно реально ждал вот этого вот момента, что они наконец-то изменят. Я надеюсь, еще на Айсе ребятам докинут питомцев, потому что там с этим печально. Обычные питомцы, там вообще питомцы, это пипец. Это боль. Оу май гад. Что мы тут получили? 600 коробочек. Поехали, открываем. Шесть я получил, кстати, с этого. С Battle Pass. Ну, там дают эти перки. Оттуда получил. Сейчас посмотрим, что у нас получится с этих... 600 сундуков. Хватит ли нам дособирать? Ну, я думаю, должно хватить. Там у меня не так уж и много некоторых героев. Хотя, может быть, и не хватит. Кто его знает. Вторые это на этот... Ну, рядом которые это на здание. Ну, здания все на максималке уже давным-давно. А вот скинов реально не хватало. Очень даже не хватало. Может быть, и 600 даже много было. Мы сейчас посмотрим, что у нас там. Ну, здесь однозначно надо душек. Прэнк, по-моему, если я не ошибаюсь. Этот призрачный. Медуза тоже нужна. Варлок, я не помню. И варлок вроде нужен. Ну, я думаю, здесь с головой хватит. То есть, одного такого пакета вам должно хватить, чтобы на максимум прокачать. Сейчас посмотрим плюс-минус, на ком не прокачано, сколько где-то мы получили. Такс. Так, это те, которые последние недокачанные. Так, и лисица, барда, кстати, я как-то так не качал особо. Вот, 85 надо. Ну, в принципе, 300, да, маловато. Надо, наверное, для того, чтобы все прокачать, наверное, 3 пака надо брать. Если вы с нуля качаете, как минимум. Так, отлично, Фрэнка мы докачали. Ну, тут должны, видите, по 300... Это плюс-минус по 300 штук падает. А на этот надо 1000 с чем-то, если я не ошибаюсь, нуля до максималки. А, дерева нам даже не хватило. Вот так вот, 95 и 100. Не все так просто, видите, придется еще добирать.
как минимум штуки 3, а то и лучше. Здесь вообще дофига, да, это надо будет полностью брать еще один такой же пак. Вот так вот. Я-то думал, что сейчас прям все докачаем. Не там-то было, ребята. Как видите, надо дофига их. Что-то я не вкурил. Это как? Смотрите. 4. Билд пак 1. Что-то я не понял. Раз, два, три. Типа два раза первые или что? Но шансы-то, конечно, одни и те же. Что-то кнопочка добавилась еще одна. Ну, что я могу сказать? Это все-таки более приемлемо, нежели на русском сервере. На русском сервере там вообще просто трэш творится. Опа, чик, очередной подгончик от IGG. Еще 600. Считайте, 1200 открыли только для того, чтобы дофига, это реально дофига. Если фармить за перки, это я не знаю, это, наверное, десятки лет бы ушло, чтобы получить оттуда скины. Ну, на немке, например, с этим проблем нету. Там проблемы с другими ресурсами. Здесь проблем с питомцами нету обычными, зато проблемы со скинами, ну, уже, в принципе, так относительно нету. Я думаю, еще поменять будет вообще на этом, на АЭС и свои проблемы. Короче, на каждом серваке. На русском вообще проблем нету. На русском все отлично. Тут еще какие-то плюхи, у нас же накопление должно быть. Да ты что? Мэри на халяву получил. Вот тут можно даже, кстати, добрать. Дособирать еще эту подружку. Сразу до максимал. Ну просто вот, просто мега, ребята, удача сегодня. Да, да, да. Да, этих все-таки так и не хватает. Нормально скины, кстати, прибавку, если до максималки всех докачать дают. Так вот. Вот так вот. Я думаю, надо забирать, потому что через полгода потом следующая возможность будет. Так, и что мы не собрали? Мы не собрали скин на... Медуза 95, то есть надо 150, это тоже еще минимум 4 надо брать, а то и все лучше забирать. Жесть. Я-то думал, мы сейчас изи просто докачаем фигушки. Да, 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 да. Короче, одни разводники. Так, куда я залез? Ну, короче, надо, как видите, дофигища. Даже больше, чем я думал. Забирать.
Да, Мари, конечно, на халяву собрано, считайте. Лисица, он, донатные карты. Короче, куча всякой хрени. Вообще сейчас ни о чем, скажем так, собрать. Какого-то героя, еще что-то. Так, это что у нас? А, у нас места не хватает. Ладно, пусть висит. Такс. Ну, я надеюсь, тут нам уже хватит сейчас, чтобы изи все собрать. Короче, получается, с одного с 600 падает где-то 300-400 осколков. Спиннер, неплохо. Самое будет ржачно, если нам сейчас не хватит на медузу. Я надеюсь, хватит. Что-то она так очень-очень уныло падает, кстати, если посмотреть. Она вообще нифига не падает, по 5 осколков. Вы что, угораете, что ли? Вот по 10 упала. Ну, реально печально падает. Не, нормально. Хватило. Такс. Ну все, осталось, в принципе, не так уж и много. Этих надо с других ловить их, пока не дают. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Этих можно добить. 15-16 героя хватило. Не хватает. Что мы в итоге подняли, получается, по силе практически 700 силы. Неплохо. 700 силы. На такой силе, я вам скажу, это единственный вариант, это всем качать 15-е скиллы, что бессмысленно. Я жду обнову, посмотрим, что будет интересного в обнове. Будем определяться, что делать с битвой замков. Такс. Что у нас по битве гильдий местного? Вроде какие-то топы были. Жесткие. Что мы сделаем, ребята? Шанс слева максимальный, как обычно. Называется битва гильдий. Ну, то есть локация, которая, ну, просто нафиг убита уже окончательно, навсегда. Что-то я рано выпустил. Рано выпустил всех. Сейчас нас тут развалят. Ребятушки, шанс слива максимальный, как обычно. Как вы всегда любите. Блять, ну, такими героями уже прохожу, уже просто смешно на это смотреть. Многие спрашивают, почему ты не стримишь битву гильдий. Я не знаю, а что здесь стримить реально? Что здесь на сегодня стримить? Если так вот посмотреть. Реально нечего. Если мы вот их проходим таким вот составом, без проблем, то о чем дальше говорить, ребята? Ну, сейчас будет шанс слива максимальный. Я надеюсь на это. И дерево резнуло всех. 93%. О май гад. У нас остались юниты.
О, нет. Мы слились. Наконец-то мы слились хоть на ком-то. И то не слились еще, подождите. Подождите, еще не все. Дерево держится. Посмотрите на это упрямое дерево. 97. Да ладно, блядь, если дерево сейчас еще затащит, это было бы ржачно. Чуть-чуть нам не хватило, лисица помешала. Так, окей, поехали дальше. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Если бы, в принципе, я их всех вместе так быстро не выпускал, я думаю, мы бы затащили без проблем. Девяносто два процента. 94. Ну давай, Дрейк. Вся надежда на тебя была. Командорка затащила. Это, по-моему, тоже этого надо бить. Вот, ребятушки, вам вся битва гильдии на сегодня. Что-то маловато набили. Если командорка выносит процентов так 70, то, в принципе, дальше дело только питомцев. Добить питомцев, поставить, и все изи будет. Так, ну что тут, шанс на слив еще один. Ничего себе. Шанс слива максимальный, ребятушки, прям. О май гад. Ну слей. Ой, красавчики. 56. Все равно две звезды взяли. Все равно в топе. С двумя сливами. Практически в два раза больше набил, нежели другие. Это такое, битва гильдии, она на сегодня уже не особо актуальна. Интересно, хоть что там у меня по сборкам было. Эпические сборки героев. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.